Ты очень бодро. Эй, удобно. Так, я думаю, что, ребята, извините, но... Давай наверх. Наверх сойти. Отлично. Давай плавненько проведи вверх. На нас. Да-да, сейчас. Проходите. Вот здесь были балки. Вот эти балки. Большая. Ну так, что, идем? На пол 30, а тут спать. Ага. А если чуть-чуть лучше? Сейчас идем. Так, что мы ползем или? Да. Или крадемся? Ого! Сейчас он немножко это и. Вот это упражнение я в баскет помню, короче. На картах, понял? По площадке крутить. А как тебе такое? Дай покажу. Я покажу, смотри. Давай, включай. Нам нужен свет. Не-не, нам нужно больше света. Чтобы мы все просветили, уголочки. Так, ну, давай просветим весь потолочек. Сейчас, секундочку, можно мы тут? Давай просветим. С хорошим освещением. Давай вот так вот. Вот так вот проведем. По вот этим уголочкам. В тот уголок. Давай вот этому верхнему. И давай на эту стену, на угол. Давай сюда, сюда. Что, давай просветим, насколько глубоко. Забито. Сейчас. Видно, что там. Так, пересвет идет. Сейчас давай, попробуем. Давай вот этим. Так, пересвет. Не-не, убери. Моего тут хватит. Да. Там не так глубоко, видно. Под углом уходит вверх. Тут тоже под углом уходит вверх. Вот видно. Не-не, там видно. Достаточно. Вот на большие эти. Пойдем туда посмотрим. Да, братишка. Сейчас мы все сделаем. Что там? А это получается дрожь, правильно? Оборудование стоит. Оборудование? Видно, да. Можно даже посмотреть, что это. Давай. Не-не, убери этот пересвет. Сейчас мое, здесь на ближнее мое ухо дает. Дом тач. О, хорошо. Так. Вот это отогнуть, это что? Сники. Это все равно. Системник. Системник. О, вот как.
Давай посветим вот туда вот, на дальние движи. Вот прямо отсюда, да, чтобы видно было. Так, давай, Геннадьевич, пойдем посмотрим. Давайте с нами возле одной стенки разобрали. И голосом побудили.
А голосом можно? А, как его? Есть, пока я спросил. Давайте. Сейчас. Поехали. Значит, за 3430 герц. 3-4. Включи еще максимально, чтобы он, тогда будет как... Не-не, еще один, который в потолок светит. Сейчас. Который в потолок светит. One sec. One sec. Yes. Yes. Не болтай, нет. Смайлз. А посмотри, там ничего не получилось по-любому. Илюха, давай посветим. Нужно пройти по камере фонариком. Давай, вот куда я поворачиваю, туда и направляй. Давай. Сейчас я налобный тоже еще подрублю. Этот не берет вообще. Смотри, я его увожу, он рулит. Все, мы готовы. Что светим? Как давай, вот такую проходку вот туда давай, и туда. Давай. Погнали. Давай. Смотри на видео просто и... Так, здесь точка. Сейчас, подожди, остановлюсь. Теперь туда поехали. Давай, поехали туда. В тот угол. И остановись. Так, теперь в тот, подожди. Раз, два, три, поехали. Все, давай в угол приведи. Ага. И в этот еще давай. Пошли. Все, отлично. Давай на саркофаг посветим. На саркофаг посветим, сейчас туда. Что он? Давай, с хорошим, да, отлично. А светом поиграйся вдоль стенки, прислони фонарь к саркофагу. Да, вот. Давай к саркофагу. Этот не круг. Не надо. И давай на стену, к стене поставь фонарик. Вот здесь сначала, как он идет. Славенький, но... Ультрафиолет или что? Да, славенький, но... Так, ну давай сейчас вон туда по стене, по центру пройдем. Отлично, так, помедленнее. Назови, давай до угла. Они же придут.
Что вам, пол тоже в налину? Ты хочешь, чтобы мы там, мы, вы будете гудеть или мы будем гудеть? Это где? Так. Где помолял? Не знаю, вот другой вопрос. Остык. Ну, с чехлом, конечно, но все-таки, ну, что-то нереально. Давай пойдем вот этот эксперимент, вот этого. А вы не знаете, что мы здесь знаем? Давай. Чисто для эксперимента. Раз, а, господи. Это очень... Я прижимаю, насколько я могу. Давай этот блок рядышком вот этот. Очень ценные кадры.
он сам встает. То есть я раз, и он буквально через какой-то момент начинает вещать ручной. Блин. Я ровно просто держу обычно. Да, кнопка на мат. Не сильно мешает. Но другой стороны, на другой стороне нет этих кнопок. Я думал, что будет минус один сейчас. Куда? Ну давай в эту. Ну смотри. Кажется, да. Кажется, что АБХ стоит. Ну и стены. Ну вот сюда подставь. Стена ровно. Давай вот под камеру. Ноль. Ну давай здесь пол, чтобы мало ли. Пойдем, стой, помедленнее. Так, пойдем побоим, да, и жена будет встать. Хорошо, прямо. Ну, давай на себя направим. Нет, сейчас не совсем резонанс поймал. Закон там мой остался. Идем? Да. Рюкзак Сарафатка, это твой? Это твой? Так, что там идут еще что? Ух, ножки.
Я говорю, бам! Слушай, я тоже сур занимаюсь. Давай, стой. Так, можешь меня щелкнуть на фоне этой галереи? Щелкнуть я могу. Да, Налина. Давай, на что? Куда? На вторую, я боюсь. Ты можешь сзади подсветить этими фонарями тогда? А, у тебя руки заняты, да? Наташа, давай, давай, давай. Что делать? Могу поярче, но что сделать? Ты фоткать хочешь? Фотку? Да меня, быстро. Давай я снизу подсвечу. Я спрячусь просто. Не-не, лучше зад подсвети. Зад, который вот тот зад. Тот зад. Я сейчас ее подсвечу. Тот зад. С сильными фонарями. Все, все. Ай! Что, фоткнуть, да? Нет, галерею надо подсветить. Ну, потому что... Нет, дальше, вверх. Вот туда, в этот... Вдаль, да, вот прям вдаль. Сюда. Раз, два. Три. Подожди, стой. Раз, два, три. Еще вот так. И меня тоже кто-нибудь сфоткает, у меня вообще ни одной фотки. Наташа, ну ты меня, собственно, и тогда... Do you take longer time here, or yes. Can we pass? Or do you... Чё? А? Не понимаю, что? We go outside. We go outside now. Okay. Попробуем. Давай, иди, ниже спускайся. А, ну типа они этот ждут. Все? А теперь снизу немножко. Они тоже хотят. Нет, снизу. Посолки хотят. Да. Все, пойдем. 100 долларов и все, пусть так. Так, что-то это будет сейчас. Короче, я сейчас спускаюсь, у меня... Ноги прострахали. На костылях, да. Я спускаюсь как на костылях. Финиш. Гуд. О, мой Лекс. Так, ладно, это для... Костыль такой у меня встал. Такое ощущение, что... Я хотел согнуть ногу, но не получилось. После 10 лет тебе дали мячик и сказали, где игра. И где игра? От. Лайк. Ножки. Так, ну, нам уже нужно уходить. Вся группа почти уже спустилась, поэтому... Так, ну это для нас специально открывали. Вот тут тоже балки должны стоять. Я отражаюсь от этой балки. Так, все. Да, мы все так. О, нет. Это последний раз. No. Все, выключаю. Мы находимся в Египте во время нашего уже ставшего традиционным 11-дневного путешествия от Каира до Абу-Симбела. Группа подобралась замечательная. Наше волнение по поводу того, что вирус не позволит нормально подготовиться к поездке и провести ее, слава богу, оказались напрасными. И мы сейчас наслаждаемся отсутствием туристов, отсутствием конкурентов, просто совершенно... Спокойная атмосфера, Долина Царей, которая обычно заполнена тысячами автобусов, машин, людей, сейчас практически безлюдна. Мы спокойно заходим в любую шахту, изучаем
интересные для нас моменты и обсуждаем все, что нас интересует в связи с альтернативной историей. За эти дни мы уже выполнили часть наших планов. Побывали в Каире, в Каирском музее, два раза на плато Гиза, съездили в Саккару, Дашур. В общем, те мероприятия, которые мы себе запланировали, они все проведены на 5 плюсов. Везде отсутствие народа помогает залезть и сунуть нос в такие закоулки, которые обычно просто невозможно. Хочу отдельно отметить здоровый авантюризм всех членов группы. Иногда говорят, что вот в наше время невозможно проявить какие-то черты смелости, которые характеризовали путешественников прошлого. Я считаю, что место для решительных действий есть всегда. И вот то, что у нас просто нет конкурентов, это как раз и связано с тем, что большинство предпочли остаться дома. Нет людей, которые опасаются, что будет нанесен вред здоровью, что запреты могут усилиться и так далее. Мы не побоялись, мы приехали. Мы изучаем то, что нам дорого, то, что нам интересно. Призываем присоединяться к нашим дальнейшим путешествиям, которые наверняка состоятся вслед за этим. Мы вернемся 11 октября и сразу же начнем обсуждать вопрос проведения семинара ЛАИП в Египте. Будет разработана программа, будут сделаны соответствующие объявления. Ориентировочно в 20-х числах ноября. Следите за информацией на каналах ЛАИ, YouTube-каналах и записывайтесь в группы. Присоединяйтесь к нашим путешествиям и будет, надеюсь, вам очень-очень интересно. До встречи!